Ну что, всем привет, волшебники, с вами я, маг в девятом поколении Эдди. Сегодня у нас будет волшебный мод, который добавляет парочку заклинаний из фильмов про Гарри Поттера, всякие там Экспеллиармусы и так далее. Ну что, приступим. И плюс ко всему я решил установить модельку самого Гарри Поттера, то есть через скин-селектор. Выбираем модельку Гарри Поттера и давайте выберем нашу бузинную палочку, она заменяет трость. Так, листаем оружие, и вот наша бузина-палочка. Можем посмотреть поближе, такая, да, реально, как будто в фильме. Ну так вот, теперь нажимаем на клавишу Z. Если, конечно, иногда бывает то, что с одного раза не срабатывает, и нужно нажимать несколько раз, чтобы это гребаное меню открылось, блин, все открылось. И выбираем наше заклятие. К примеру, Вингардиум Левиоса пробелом выбираем. И теперь мы подходим к человеку, зажимаем правую кнопку мыши и нажимаем левую кнопку мыши, чтобы была такая стрелка над ним. И ба-бам, что он подлетает, как Вингардиум Левиоса. Ну, вы поняли, да? Так, знаете, такое заклинание, которое подбрасывает вверх какие-то предметы и так далее. Давайте выберем Остолбеней. Очень такое интересное заклинание, отталкивает наших врагов. К примеру, Остолбеней. И все, отлетел на десятки метров. Давайте еще кому-то применим это заклинание. Так, людей маловато ночью. Вот тебе давай. Остолбеней. Бабам, и все, просто отлетает на несколько метров. Давайте следующее заклинание. Давайте попробуем секту Сэмбра. Так, выбираем секту Сэмбра. Тоже очень интересное заклинание. Давайте опять же на ней, бедная девочка. Оно вызывает, как бы вам сказать, месячные у врагов. Допустим, нажимаем правую кнопку мыши, левую и пошел. И все, пошли месячные. Не знаю, как еще это объяснить. И такой вот мод. Давайте покажу вам еще непростительные заклятия. Я, конечно, показал не все вам заклятия. Остальные вы сами разберетесь. Там, в принципе, есть, которые просто, типа, Экспеллиармус, они убирают оружие у врагов. Там переселение вообще в врага. Что-то типа такое. Ну, короче, сами тоже разберете, чтобы вам было интересно играть. И давайте непростительные заклятия. Такие есть, к примеру, Круцатус, Авада Кедабра. Да выбирайся ты. Так, давайте Авада Кедабра. Очень интересное заклятие. Вот на тебя. Та-дам, Авада Кедабра. Все, просто даже мусорам просто пофигу, они никак на это не реагируют. Давайте на мусора тогда. А, все, оно только один раз срабатывает. Ну ладно, давайте еще раз что-то выберем. Давайте Круцатус тогда. Так, Круцатус пошел вот на него. И все, пожалуйста, Круцо. И чувак мучается, ему плохо. Также есть заклятие Империя, оно позволяет нам переселиться в другого педа, на которого мы нацелились, играть за него секунд 15. Ну, давайте еще парочку вам покажу. К примеру, не знаю, какое еще интересное тут есть. Вот это что за заклинание? Ховено. Хьюисамван. Ну, не знаю, что-то я не помню это заклинание. Короче, давайте напоследок покажу Империю. Вот оно. Переселяемся в душу другого педа. И все, мы играем за него, можем делать что хотим. И через секунд 10-15 мы будем играть за нашего СиДжея, ну то есть за Гарри Поттера. Так, побегаем пока за просто педа. Побьем что-то. И все, мы обратно играем за нашего... Так, Гарри Поттер пропал, где... А, вот, все, вот наш Гарри Поттер. Ну, в общем, такой вот мод очень интересный, веселый. Парочка заклинаний из фильмов Гарри Поттера. И заклинаний, да, много, штук 10. И я думаю, вы найдете чем заняться. Я, конечно, в описании скину ссылку на скин этот, потом на сам мод. Ну, короче, ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Эдди, волшебник Эдди. Всем пока, удачи, дорогие друзья. Экспериментируйте. Давайте, пока.